Всем привет, с вами Шмыги, вы на канале Ушмыги. Сегодня поиграем в игру под названием Daymare 1998. Ну, то есть 1998, это все понятно. Эта игра примечательна тем, что ее разрабатывали как, собственно, Resident Evil, да? Но создателем... Я новичок, да, пока что, как? Я новичок, да, Enter. Да, нажимаю. В смысле? А, ручной, да. Настраивать Яркс пока не будет. Два видна, ну, на пятерке, наверное, да, мы оставим, да. Титры показывают число патронов, показывать, да. Далее. Надо сделать, подтвердить, подтверждаемся. Несколько часов назад пропала связь с лабораторией Игида. Два отряда опытных оперативников АИДа отправляются на разведку. Задание — найти бесследно пропавших ученых и сверхсекретный материал для тайного отделения американского правительства. Получив задание проверить нижние этажи, спецагент Лев врывается в лабораторию через служебный вход. Там он обнаруживает, что система безопасности запустила в здании процедуру карантина и автоматически закрыла все двери. Теперь любой, кто решит пробраться в лабораторию, поймет, эксперимент внутри закончился неудачно. Очень неудачно. Самое важное в шахматах — грамотные ходы и действия, которые позволяют добиться результата. Я выжидаю в тени и выстраиваю стратегию, чтобы воспользоваться самыми уязвимыми пешками. Но в этот раз все по-другому. В этот раз мне пришлось вмешаться лично. Но давайте по порядку. Итак, стартовала первая фаза моего плана. Объявляйте эвакуацию всем оставшимся персоналам, кто код синий, повторяю, тревогу код синий. Пожалуйста, ответьте кто-нибудь, прошу, прошу. Меня зовут Ребекка Джордан, я врач в медицинском учреждении Гида на Нортфельдских островах. У нас серьезная проблема. Но в здании произошел несчастный случай, требующий... Произошло ужасное! Мне похоже, подверглись действию какого-то газа. Это коррозионное вещество, которое заражает легкие и калечит людей изнутри. Как слышно? Ради всего святого, помогите, прошу. Повторяю, код синий. Мой коллега сорвался, напал на меня. Наверное, лучше умереть от этой непонятной инфекции, чем убивать людей, но... Не знаю, насколько долго этот канал еще будет открыт из-за нарушения системы безопасности. Все выходы из здания закрыты. Введен карантин. Боюсь, что... Глава 1. Потерянный сигнал. Это последнее сообщение из лаборатории ИИДы. Прошло 12 часов назад. Новые вводные от наших друзей из Минобороны. Похоже, это коррозионное вещество, тот самый экспериментальный газ, который вам приказали забрать. Есть одна проблема. На брифинге забыли сказать, что это новый вид химического оружия, который убивает почти любого, кто его вдохнет. Все входы и выходы автоматически закрылись при первых признаках нарушения. В таких ситуациях это стандартный протокол безопасности. Отряды проникнут в здание так. Эпсилон, вы войдете через центральное лобби на втором этаже. Это основная точка доступа в здание. Затем направляйтесь в лабораторию. Дельта, вам нужно прочесать нижние этажи. Там расположена основная лаборатория. Согласно разведданным, так называемая утечка газа произошла в подвале. Так что будьте осторожны. Учтите, приоритет операции повышен до красного уровня. Повторяю, приоритет красного уровня. Сами понимаете, это будет не просто зашел-вышел, как вам изначально сказали. Удачи, господа. Отправляйтесь туда и покажите, на что способны. И что ад — это царство Аида. Конец связи. Ладно, красный приоритет, говорят. Понимаете, что это задание может стать для нас последним? И знаете что? Если бы я был азартным человеком, ну, я бы поставил на то, что шансы вернуться домой целым и невредимым гораздо выше, если вы со мной. Ну, то бишь, если рядовой Гомер Куча нас не подстрелит. Ой, завали ебало, лев, сраный болтун.
Не слушай его, парень. Этот говнок задирает всех, у кого палка побольше. Ну, то есть вообще всех. Зря я его вытащил из пожара на Груме в 94-м. Спасибо, Хейден. Ой, так точно, майор. Неважно. В смысле, не знаю, о чем это я. Может, просто пора отпустить прошлое? Ромео 4 Гольф, говорит штаб. Вы входите в пространство над островом. В ближайшее время Энгида будет в пределах прямой видимости. Прием. Штаб, говорит командир Морфей. Снижаемся к объекту Ноябрь, Фокстрот, Индия. Ожидаем старта миссии. Командир Морфей, говорит штаб. Даем разрешение начинать миссию. Разрешение Эхо Гольф. Зулу, конец связи. Начинаем миссию. Это вторая платформа. Тебе здесь выходить, Лев. Журавль проник в лабораторию через третью платформу. Но он скажет... А затем мы с Вороном будем удерживать позицию на внешней погрузочной площадке в режиме 5-минутной готовности. Чтобы забрать вас с сосунков. Потом летим на вторую платформу. На всякий случай не загружайте канал связи, прием. Да, точно на связи. Направляйся к основной цели. Конец связи. Да, я не знаю, почему я сказал, что он лев, он, наверное, лев, потому что там журавль, лев, ну, типа, Леон. Ну, типа, Леон, ну, как бы, ну, Resident Evil то же самое, да? Там был Леон, и здесь тоже Леон. Говорит штаб, код разблокировки получен. Перехватываем служебный доступ к станции Эгиды. Как мы уже говорили на брифинге, устройство для обмена данными пока проходит испытание для работы в полевых условиях. Однако сейчас УДОТ будет для вас самым полезным помощником. Он позволяет управлять оружием и съестными припасами, сверяться с картой, проверять состояние здоровья и, самое главное, взаимодействовать с любым электронным устройством. Прием. Так, я подобрал только патроны. А что у меня за устройство-то? На этом флаге находятся все съестные припасы и ключевые предметы, которые персонаж находит в процессе игры. В верхней части также находится оружие персонажа. На этой вкладке находится информация о состоянии здоровья персонажа и изменении статуса. На вкладке находится карта местности и инфра. Ага. Это в вкладке содержится документ ID. Ага, я понял. Так, есть у меня патроны. А что у меня? Я понял. Инвентарь как инвентарь. Так, на единицу у меня пистолетиус. Фонарь 4-ус. А, фонарь с пистолетом работает. Так, эти пипесосы не будут вставать. Все-таки зомби, апокалипсис. Того. Так, открывать что-нибудь можно? И нет, интересно. Надо подальше от этих песосов. А то они... Ё-моё, какое освещение. Посмотрите, как классно сделано. Ой-ой-ой. Морфей, агенту Льву. Судя по фрагментам видеозаписи с камеры наблюдения, несколько баллонов с маркировкой 03 уже были прикреплены к основной подъемной установке. Ожидаю главного входа в грузовой лифт. Прием. Говорит Лев, вас понял, принято. Похоже, в паре баллонов с газом произошла утечка. Вижу также следы стрельбы и взрывов. Перехожу к выполнению миссии, прием. Чего найти газ-кастер? Сначала нужно открыть крышу. А, крышу надо открыть. Можно я немножко настроечку? Геймплеюшку. Подожди. А, только вот так можно? А, вот так можно. Да, давай 77. Я давай на 80. О, вот теперь нормас. Так, ну мы теперь... Мы бегать будем тут, нет? Давай постараемся не бегать, наверное. Так, у нас здесь что? Quest area. Дикий-дикий запад.
посмотрел с Уилл Смитом. Ой. Про опасность, тревога и опасность. Ой, ему что-то плохенько, да, как-то? Человечку-то как-то не очень. Опа, да ладно, выживший есть, смотри-ка. Ну, наконец-то вы пришли. Вы из аварийной спасительной службы, так? Так точно, я агент Лев. Как нога? Болит жутко, но я справлюсь. Далеко уйти, правда, не получится. Не повезло. Так, мне нужно найти тут уцелевших. Вернусь за тобой, как только смогу. Уцелевших? А, удачи. Ладно, я подожду тут. Надо дать глазам чуть только отдохнуть. Устранить сотрудника Егиды? В смысле, зачем? Так, быстрые слоты для обоим. Чтобы перезарядить оружие, сначала выберите обоим в подменю слота. Выберите на кнопку перезаряда, один раз для перезаряда. Перезаряд выбросит кучу обоим на пол, ставить новую выброшенную обоим можно будет подобрать. Жусь кнопку перезаряда, чтобы выбрать медленный перезаряд. Оптик, тут так все реалистично, типа. Ну, в смысле, не то, что реалистично. Как там нужно Е нажать? А что нужно-то? Ой, все, выйди. Так, тап. Да, у меня получается там с обоймой. Использовать F. Объединить. Ага, вот такая. Так, значит, перезарядку. Да ё-моё, перезарядка у нас так. Escape, короче, сразу в меню почему-то. Ну ладно, так. Очень дикое управление, очень тяжело. Я здесь ничего не могу нажать, не могу пока нажать. Очень мышка, то есть не ёрзает. Дай-ка я еще, да извиняюсь, еще раз сотку выведу. Но... Но вот прицеливание идет быстрее, чем я иду. Лев, центр управления, Морфей. Я установил контакт с сотрудником Эгиды. Я действовал согласно протоколу. Направляюсь в пункт управления и начинаю процедуру загрузка, прием. Вас понял. Сразу вспоминаю 94-й год, особенно тот день, когда ты открыл огонь по невинным людям. Точнее, по тем, кто оставался в живых. Не помнишь? Приказ есть приказ, майор. Эти невинные люди были не совсем гражданскими. Когда вы соизволите вылезти из своего сраного вертолета на поле боя, тогда и поговорим. Управляйся к цели, прием. А, он дерзкий, а? Как пуля резкий. Так, ну ладно. Слушай, ну пока вроде все нормально. Пока как бы никаких телодвижений делать не надо. Вроде я все правильно иду пока. То есть зомбарей вроде нету. Атмосфера нагнетает, да. Потому что, ну, нагнетает, да? С фонариком ходить, да? Слушай, а я поменять не могу, да? Чтобы он справа ходил, камеру, чтобы была. Ну, наверное... Наверное, нет. Так, вот здесь надо быть по опасности. Пырь какой-нибудь встанет, ёпт. Кто тут явно от души повеселился. Так, что у нас здесь? Кин записки надо, наверное, читать будет, да? Чё-нибудь. О! F. Сначала нужно восстановить электропитание. Так, хорошо, понял. То есть мне... Опа, вот и записочки пошли, да? Перевод с японского, 8 августа 45-го. Честь. Слово, которое американцам не понять. Американская атомная бомба унесла тысячи невинных жизней за несколько секунд. Не солдат. Не тех, кто осознанно пошел сражаться и пожертвовал собой на службе нашей великой нации, а мирных жителей городов, от которых осталось лишь руины, женщины и детей. Наши семьи уничтожила их жажда превосходства, жажда показать миру, насколько сильна их наука, создавшая атомную бомбу. Но теперь пришло время показать им мощь нашей науки. Мы годами разрабатывали ужасающие орудия, но наша самая опасная разработка появилась на свет по простой случайности. Мы решили держать наше самое страшное открытие в секрете. Это чума.
Эта чума была слишком негуманна даже для отряда 74, члены которого притворяли в жизнь свои самые темные фантазии. Это орудие было слишком жестоким даже для войны, но это достойное наказание для тех, кто потерял остатки чести, нажав на кнопку. Члены этого отряда, отцы и сыновья, которые лишились родных и близких, назвали его Сюдзин, то есть проклятие. Люди, создавшие атомную бомбу, войдут в историю как злодеи и убийцы. Этот массовый геноцид будет вечным грузом на их совести, но этого недостаточно ни для нас, ни для семей, которые они разрушили за секунду. Упорство лучше поражение. Новый император приказал выпустить Сюдзин над противником. Божественный бесшумный ветерок, несущий смерть. Наше проклятие вырвет их сердца и покажет им страдания, которые мы пережили. Мы отплыли из Токио несколько часов назад, нам предстоит долгий путь до американского побережья, где наша чума воплотит кошмар, которого не мог представить ни один их фантаст. Вторая подлодка А-400 великого императора флота Японии прямо сейчас отплывает с острова Осака. Вместе с ней на сверхсекретный обед в Германии отправляется вторая и последняя партия смертоносной чумы. Отряда 74 больше нет, его унес взрыв в 20 килотонн. Но его творение живо, как никогда, и все еще может изменить расстановку сил в нашу пользу. Мы должны сделать все возможное, остальное в руках божьих. Адмирал Синди М. Дальше записи неразборчивы. Так, хорошо. То есть это японцы типа сделали? Юрите. О, это что такое? Система здорова. Чтобы использовать предмет, сначала выберите его в подменю быстрого слота. Удерживать Q, удерживать кнопку, использовать и потребить выбранный продукт. Предметов. Так, ну я понял. Значит, это у нас сразу ХП нам дали, да? О, мы можем открывать ящики, смотри. А, ну. Опа. Ну возьми. Протеиновый батон. Так, хорошо. Так, ну, что, бегать будем, не будем? Давай, да, пробежимся. А то и как-то уныло стало. Так, вот, проверка статуса. Ага. А, стоп. Нам дали эту новую обойму, так что давай-ка перезарядим-ка. Вот неудобно то, что почему я мышкой не могу это делать, да? А, значит, использовать объединение. А, не могу, почему? Он же, ты же мне дал. Да ё-моё, забываю, что нельзя скип нажимать. Так, ну ты же меня, я же взял новую обойму, или я патроны взял, что я взял? А, я батончик взял, вот я лошара, конечно. Да. Так, у вас ничего нету вкусного? Так, хорошо. Автосохранение, смотри-ка. Не, ну сделано, да, в духе, как бы, в хорошем духе. Тут ничего не валяется интересного, нет? Сюда мне подниматься, нет? Видимо, нет. А я приседать могу, а прыгать? А, и нельзя приседать, не прыгать. А, классно, слушай, ну и все, отлично. Ну и забей болт на так. Вставать будешь, падла тварь? А, при ходьбе прицел большой, да? Опа, стопандра. Банковский перевод на миллион долларов на имя Джорджа Фелпса. Наверное. Или не Джорджа, или Джона Фелпса. Ну, короче, на какого-то Джо. Дж. Будем его называть просто Дж. Патроны для КГГГКБК. А как могут быть на объекте, где лаборатория, патроны? Ну ладно. Кевин, я прочитал твое резюме, впечатляет, хотя ты довольно молод, похоже, что ты уже устанавливал и обслуживал много сложного оборудования, о которых большинство технарей даже не знает. Так вот, не хочу тебя пугать, но мне нужно, чтобы ты понимал, во что именно ты ввязываешься. Я слышал, ты спрашивал коллег, что у нас тут за исследование. Я попробую догадаться. Возможно, речь идет об НЛО, который нашли у побережья острова. Эти ученые явно ищут способ изменить геном человека и создать супергибрид человека и пришельца. Шучу, конечно, но это сверхсекретный правительственный объект, так что начальство запросто прячет тебя за решеткой и сдашь им повод. Если это компьютерная система, и я оборудование в таких местах ультрасовременные, и многим технарям они вообще не по зубам. Но тебе повезло. Термоэлектрические генераторы здесь, конечно, сверхмощные, но управлять ими через интерфейс очень просто. Единственная проблема, с которой ты, возможно, столкнешься, периодически отключается электроснабжение. В этом случае просто находишь компьютер и проверяешь, в каких зонах закоротило. Там будет мигать красная точка. Ремонт, к сожалению, автоматически, так что придется включать электричество вручную через панель управления, чтобы получить доступ к красным зонам. Если все получилось, они станут зелеными. Просто следом указания на экране. Уверен, проблем не возникнет, но если вдруг случится что-то серьезное, бери мне, пришлю кому-нибудь на помощь. Не забывай, язык твой, враг твой. Добро пожаловать и удачи. Мико О'Хаган, начальник отдела техобслуживания.
Используй функцию объединения в удоде, чтобы перезаряжать обоим. Это хорошо. Ага. Значит, что он сказал нам? Значит, если в красном закоротило, значит, надо подключить. Правильно? Красный. А я тут ничего не могу? А, я только... Я тут ничего... А, вот здесь надо включить эту какашку. Так, подожди, мы еще тут посмотрели. Мы еще здесь не все ЖЖ. Нет, вроде все. Или не все. Или не все. А, вон там что-то валяется. А, это просто фонариус. Хорошо, значит, а как тут работать-то? Подожди, F. А навигация... А, вот так, да? А слева там эти, да? Так, назад. Так, смотрим. Включить. А нужно зеленые включить или красные нужно включить? Там было написано красные, закоротил. Ну ладно, давай, 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 давай. Не, давай попробуем. Ну, давай попробуем. Красные. Овдаха, овдаха CD. Овдаха CD. Овдаха... Ой, извиняюсь. Овдаха... Овдаха CD. Овдаха CD. Овдаха. Овдаха, это что такое? Овдаха CD. Ов... Да, ха. Да, ха, ха. Да, ха, ЦБ, да? Оф. Да, ха. Да. Оф. Да. Ц. ЦБ. ЦБ? ЦБ или ЦД? Оф, да, ха, ЦБ было, по-моему. Или ЦД. Даха. А оф это что? А, ну офис. Так? Нет, не так. Тогда... Так, давай тогда зеленые все включим. Оф, даха, ЦБ. Оф, даха. Даха, ЦБ. Оф, даха. Все, да. О, заработало, да. Нужно включить, короче, зеленые все включаем, а не красные. Вот. А там... Ёб твою мать, что такое? Кто сказал? Где он? Что это за твари? Ёптель, я чуть не обосрался. Так, стоп. А, нельзя, знаешь, что нельзя делать? Быструю перезарядку нельзя делать. А, так, значит, в смысле? Все, да? Ой, ей, блин, забываю, что escape нельзя тыкать. Так, здесь еще у нас. А, опять просмотр камеры. Ой, в смысле? Ну ты понял, короче, да? Долгая перезарядка, это R долго держать, да? Я правильно помню? Слушай, но зомбак-то что-то резвый, как просто капец, как понос. Я аж прям немножко это... Если такая реально будет пальба везде, типа... Ну, то есть стрёмно будет. Ну, он прям... Он как этот, короче. Сука! Ой, извиняюсь. Ну, тварь какая. Так, да, я, наверное, нажал. Все, да? Ага. Ёптель, я думал, открылось, и там кто-то сейчас зайдет. Так, а мне что у меня? У меня 11 патрончиков. Хорошо. Хорошо. Хорошо живем, да? Так. Тут, короче, все повставали, да? Упыри. Ёптель. Сейчас этот сан... Вот этот сейчас упырь встанет, смотри. Я тебе отвечаю. Блин, слушай, а сколько патронов-то нужно для этого упыря? У меня 5 патронов осталось. Тут ничего не открыл. Вот этот встанет стопудово, смотри, я прям отвечаю. Так, дай-ка перезарядим опушечку пока. Ага. Бляха, ты не встанешь, упырь?
Так, теперь мне нужно открыть эту хрень, да? Как он сказал. Лежать! Сюка, лежать, сказал. Так, открываем. Запустить процесс, да. Запустить. Так, что это? Ну, как по заданию идем, да? Крышу открыли, все отлично. Агент Лев, говорит Морфей, внешние перегородки открыты. Отправляйтесь в грузовую зону и активируйте грузовой лифт оттуда. Прием. Включите лифт. Ай, блин, два патрона потратил зря. И две обоймы еще просрал. Дурак старый. Так. Да блин, страшно, потому что. Уже патронов-то нету ни хрена. Ёптель, так а у меня патронов-то и нет больше. Что делать? Патроны искать. Проблема. Проблемы начались. Так. Ну, короче, сейчас эти все письки будут вставать. Меня это бесит. А что они встают, если... Ну ладно, от электричества, типа, проснулись? Свети им в глаз, и он встанет, типа? И тут кто-то был, я не помню. А тут кто-то был? А тут никого, тут... Да, мышка, короче, прям, ну, плавно-плавно. Не, ну... Там внизу что-то есть. Похоже на здоровенную подлодку с маркировками, похожим на знак биологической опасности. И... Это флаг Японии? Все внимание на миссию, агент. Не обязательно, что там за говно приходится убирать по приказу начальства. Время на исходе. Двигайтесь к цели, побыстрее, прием. Окей, двигаемся. Автосохранение пошло. Это хорошо. А, или плохо. Ну, вообще в таких играх плохо, потому что сейчас будет что-то такое жесткое, наверное, да? Уся. Разок. Двазок. Все. Лежать, падла. А что это с ним? А, все? Вот теперь все. Четыре пули. Блин, да ты вы. Сейчас, подожди. Подойди немножко, чтоб головешка-то. Разок. Двазок. Тризок. Четыре зок. Так, четыре пыла. Ты все? Ты не встанешь больше? Смотри, мне собака. Так, перезаряжайчика. А почему 4? Почему у меня 7 осталось? У него 11? Понял, как оно делается, да? Подожди, а если я вот так сделаю? Подниму, я сказал поднять. Подниму, и у меня... Что у меня получится? Патроны Не понял. Использовать комбинация. Почему? Он же... А у него же... Нет? Так, что-то вы, короче, дохера вас повставало. Идите-ка вы в жопу. Я пошел включать крышу. Ёптель, их там еще и двое. Шли в жопу. Бля. Так, ну хорошо, что они медленные, да? Лев, в центру. Элвис покинул здание. Вас понял. Дальше мы сами, агент. Если погода ухудшится, у нас могут быть возникнуть проблемы со связью. Направляйтесь к следующей цели. Экстренный канал открыт. Прием.
Найдите дорогу в лабораторию. Тут ничего нету. Потрошки, слышь? Нет потрошек у тебя, братан. Плохо. Надо, чтобы потрошки были. Что, мигает? Потому что упало, мигает. Армейская какая-то херня. Есть потрошки. О! Потрошки. Мутятья. Слушай, они еще и не мигают. То есть это вообще прям... Слушай, а когда я тап нажимаю, это идет... F... А почему я не могу-то, я не понимаю, что за бред? А, может быть, разные патроны, типа, он не может, да? Ну-ка. Так. Нет. А, вот так вот. Одни разрывные, другие не разрывные. Все, понял, хорошо. А сейчас какие у меня? Сейчас 6. 6 это какие? Это обычные? Блин, что-то я запутался вообще. А почему 6? Что-то, короче, какая-то странная херь. А, вот, 10 обычные. А, ну да, ладно. 6 это разрывные, короче, патроны. А может попробуем разрывным пострелять? Ну а зачем, собственно говоря, пока тратить их? Так, ладно, давай еще здесь пошныряем. Может быть что-нибудь... О, что это такое? Ничего? Ничего здесь нету? Патронов нет никаких, да? А где эти чмыри? Ходят там? Это мне туда надо, наверное, да? А этот-то восстал мой, этот, да, упырь? У него не было патронов, кстати, подожди. А я его... А я его не проверял. Точнее, ну я, да, я понял. Хорошо. Сикотное что-то начинается, да? Сикотуля. Так, ну что ты, мой маленький, иди сюда, мой мальчик, сладкий. Опа, ой, как отлетела башка. О! Красиво. А, ёпты, я испугался. Я думал, кто-то сзади, а это он говорит, типа, патронов типа нет. Да бесишь. В смысле? Блин. Ничего не понял. А, у меня есть оружие еще вот это. Я ничего не понял. У меня в пистолете? Как у меня не может Ты дурак? А почему ты до этого-то не мог сделать? Я ничего не понимаю, что с обоймами не так? Почему? У меня 3 обоймы получается? А-а-а, ну я понял, все, хорошо. У меня 3 обоймы, а где я одну еще подобрал? Не, я что-то не помню, чтобы я подбирал. Ну хорошо, ладно. Угу. Так, пойдем-ка сюда заглянем, потому что нет, нет, не будет патрончиков. Нет, будет. Так, ладно, ну давай пробежимся немножко. Так. О, патроны. Ты меня не слышишь? Ты не встанешь, падла тварь? Не надо тебе вставать, лежать, лежать, скотина тварь. Ты... Ух, собака тварь.
Спать, я сказал. Так, ну, что? Ага. А, это я использую мощные патроны, да? Это тоже мощные получаются. Три патрона мощно. Так, открываем. Загрузочка пошла. И все? А я думал, кино будет. Так, сейчас, наверное, много будет зомбарей, потому что... Тихо. Я слышал, кто-то там это... Кто-то мне в ухо пел. Опа! Образец, который мне нужно достать, находится внутри этой камеры. Так, и что это? Найдите способ открыть камеру с вирусом. Ага. Опа, ёпте. Здорово, братан. Ай! Забыл. Да вас подбирайте, ё-моё. Так, ну-ка, тапчик еще раз. Да, с этими, конечно, с... И с чем? Эмпти. Комбо. Сказал комбо. Не, ну это такой маразм, конечно, делается в игре с зомбаками вот тут вот. Не, понимаю, что есть некоторая романтика вот в этом ковырянии, в этом дерьмеце, но как бы, блин, ну ладно. Не, ну и понятно, что есть любители такого, ну как. Что у меня, а у меня обычные патроны или необычные? Плюсик это необычные, да? А вот если я вот поменяю... 8 нет, 8, а мне нужны обычные, дай сюда. А, ну, короче, ладно, я не знаю, что там. Ой, подожди. Объединение предметов. На вкладке инвентаря можно объединить некоторые предметы, создавая новые или улучшая имеющиеся. Игрок может смешать базовые ингредиенты с добавками хексакора и создать предмет, который можно использовать из подмену быстрого слота. Значит, а, шприц. Прицеливание, ага. Щит, прицеливание и уцеливание. А, и можно сделать такой, двойной. А, хорошо. Это я просто пустой шприц нашел. Так, эф. Энергетический напиток. Зашифрованный файл, хексовый биогенетик, код файла HB194. И указан сайт. А, в принципе, можно почитать, наверное, будет. Да? Ну да, так. И... Так, подожди, 5 градусов. Так, теперь-то что, дверка есть? Ну, дверка-то подожди. Дверка-то подожди. Мы еще тут не все обследовали же. Да? Я ушел налево, а тут еще есть... Я ушел направо. Так, ну хорошо. Двери есть. Опа, стопэ. Система взлома. Некоторые двери шкаф плотно закрыт при помощи системы безопасности. За ними могут храниться редкие и ценные ресурсы. У Дота позволяет проникнуть в систему. Чтобы смешать на систему, нужно остановиться... да, я понял, хорошо. Два блокировочных кабеля. Тронный замок. Сложность легко. Начать взлом процедуру, да. В смысле? Или на F надо нажать? Ёпт. А это я кабель типа просрал, получается, да? Нужно одновременно что ли нажать? Ничего не понимаю. А, ну. Ты, а чё? Чё за бред? Я в прошлый раз же так же вроде нажимал. Ну, в смысле, алё. Камон, игра. Ну, а, короче, меня игра обманула. Я вроде все четко нажимал, но ладно. Так, ценный предмет, патрошки, хорошо. Хорошо. Папка с документами, читаем. Зашифрованный файл тоже находится, ага.
Но если, подожди, а игра на русском, а этот сайт-то там есть на русском почитать или там на английском тоже? Просто если там на английском, ну, как бы, а смысл туда заходить, что-то читать? Ну, ёпт. Так, все, больше тут ничего нету у нас. У тебя есть что, братан? Ничего нету. Так, здесь что есть? Ничего нету. Все, погнали дальше. А, дверь вот эта, может туда пройти дальше нельзя? Нельзя. Хорошо. Так, стоп, давай патреони. Патреони и комбинатионе. Юзеляли. Объединять пока не буду там эти штуки. Потом, давайте потом, да? Так, больше не могу. Так, хорошо, давай тогда... Пам-спам. Сюда тогда погнали. Иди на... Хера себе, а чё? Блин, кто там сю? Ну блин, я не ожидал, что это падло так сразу у стенки будет. Блин, я хпешку потерял. О, да ладно, обойма для автомата появилась. Файл заряда, дневник принадлежал сотруднику Егиды, некоторые даты обведены красным. 92-й год, одна только мысль об этом мороз по коже. Теперь, когда мы сосредоточились исключительно на полуксе, выдающиеся результаты исследований кастера, которых мы достигли несколько лет назад, кажется детской забавой. Подумай только, если бы не правительственные расследования инцидента с жителями Нортфолкских островов 70-х, у нас бы сейчас не было этой безграничной власти. Говорят, ради всеобщего блага требуются небольшие жертвы. Абсолютно верно. И правда, кто бы мог подумать, что медуза, отправленная утечкой из этого штука, нападут на местных жителей, вызовут небольшую, но смертоносную эпидемию, которая заставит государство вмешаться, приведет нас сюда. Так, ну, ребят, я это все читать не буду. Целый век прошел, кастер все чудесно разъебает. Наверное, что-то интересное, да, но ладно. Время на исходе. 98-й год. Время на исходе. Сейчас от нас уже практически ничего не зависит. Правительственные агенты регулярно приходят в оборудование, расправят данные экспериментов и образцы самых важных исследований. За последние месяцы мы мало спали, но так и не разобрались. Что мы натворили? Что бы произошло, если бы вирус продолжал вызывать новые мутации? Не осмелись ответить на эти вопросы. Вопрос, который мучает меня по ночам. Полукс — это особенное оружие, но боюсь, что использовать его никто не сможет. Как по мне, PLX-731 — просто очередной провальный эксперимент с биомеханическим... С биохимическим оружием, сколько бы лет я на него не потратил. Причина провала в том, что организм не может получить достаточно гормонов, даже искусственно, для поддержания жизни и психологической стабильности хозяина. Однако урок власти, по-видимому, но мне осталось только судить область поиска и исследовать приказы. Ну, то есть, ну, ученые разрабатывали, да-да-да. Так. А мне нужно камеру открыть, да? Так, а у меня... 67 хапешек, да? Хапешек, 67. Две странички прочитаем. Уважаемые доктора, вероятно, уже надоели мои послания, но я настаиваю на том, что в помещении для содержания медленно подчинить систему контроля температуры. Система должна включаться автоматически, как только температура воздуха достигает определенного уровня. А мне приходится отправлять сотрудников регулировать температуру вручную с терминала, который регулирует уровень водорода каждые 6 часов. Вручную! Чтобы избежать дальнейших неудобств, крайне убедительно прошу вас выполнять свои управленческие обязанности, присылать нового технаря, чтобы он подчинил уже чертову машину. Искренне надеюсь на вашу поддержку, доктор Бреда. Так, это вообще, в принципе, эти какашки, записки мне должны как-то помогать в ходе игры, но пока я ничего не понял. Что там нужно водород менять? Забрать полукс. А где полукс? А, наверное, это из-за системы охлаждения. Так. Перезагрузка символа... Да, хорошо. Ой, бля. Ой, извиняюсь. Что мне нужно? А в какой мне нужно бак-то переместить-то? Подожди. Ну все, да? Нет? А, забрать полукс. А что там было наверху? Ничего там наверху?
Все же или нет? Подожди, я что-то запутался. Я прочитал, но я не прочитал. И система... Так, и... А где полкс-то находится? Так, подожди, подожди, подожди. Что-то я туплю, туплю. Это 0.4, это 0.3. Это 0.4, это 0.3. А где еще два таких стенда? Так, ну ладно, пойдем дергать там эти. А, ну вот, еще раз, разок, да? А мне какая нужна... Мне нужно открыть какую-то, в какой-то. Где он там, во второй, что ли, полукс? Нет. Так, давай-ка еще раз. Он... Или мне все четыре надо сделать? Вот сейчас туплю. А можно еще раз прочитать? Подожди. Так, ладно, короче, мы тут в этих... в дневниках. Подожди, может быть, здесь у них написано, у этих. Чембер темп... 20 тут должно быть. 20 плюс. Это какой у нас? Второй 20 с плюсом, а первый минус 15. Пойдем сделаем. Первый минус 15, второй 20. Так, первый минус 15, да, соответственно... А, наоборот, плюс. Нет, второй нужно 20 с плюсом сделать. А, первый минус 15, правильно? А, еще раз ты не можешь. А мне нужно посмотреть, сколько... Ну, давай сюда перетащим. Так. Здесь мне нужно 20 сделать. Так. Окей. Сделали. Так, а мне нужно какой сделать-то, главное? Так, чего, чего? Так, а что, мне войти можно? Нет, туда. Войти нельзя? Температура в комнате... А, ну все, я... Хорошо. Значит, первый, второй мы сделали, а мне нужен третий. Ёпти, что за звуки-то такие сразу-то, алё. Четвертый ноль. Четвертый ноль, а третий пять. Четвертый ноль, третий пять. Четвертый ноль, третий пять. Четвертый ноль. Четвертый ноль, короче. Четвертый ноль. Четвертый в ноль. Ой. Все, да? А мне третий, что ли, нужно открыть? Подожди. Какое мне главное-то открыть? Я что-то Ну ладно. Меня сейчас никто не будет там это. Четвертый открыт, ну. А, так мне и нужно было открыть эту хрень. Вроде же, да? Там же этот был.
как его, камера. А? Или нет? А. Или третий? Третий плюс пять. Давай все откроем, хорошо. Третий плюс пять, да? Ну, загадочки-то ваши, господи, да? То есть мне нужно убрать... Третий, наоборот, плюс 5, да? Ой. Ой, вот так. О, все сделано. Все открылись теперь, да? Четвертая открылась. Заберите образец вируса. Это что за звук был? Стоп. У меня оружие перезаряжено? Да, вроде перезаряжено. Один из патриков. А, подожди. А это не открылось, что ли? Только четвертый открылось? Хорошо. Ой, или какой там? Забрать образец вируса. Ой, еб твою мать. Это кто, мать твою? Ты чё, дядя? Ёпт. Ёбарный карась. Я почти всю обойму потратил, прикинь. Еп. Еп. Ты понял, да? Ладно. Так, можно теперь забрать образец? Пузырек с полуксом. Лев-центр управления. Образцы PLX-731 у меня. Направляйся ко второй вертолетной площадке для эвакуации. Как слышно? Отлично сработан, агент, но боюсь, у меня плохие новости. Цель операции обновлена. Агенты Крайчик и Вест пропали без вести, и пока их не найдут, вам нельзя покидать здание. Ваша новая цель — завершить миссию отряда Эпсилон и загрузить данные всех исследований в УДОТ. Подтвердите, прием. Новая цель подтверждена. Выхожу. Прием. Ну да, я в конце концов просто вояка. Так, собственно говоря, мне туда и на... Ну, как бы по этому... Подожди, только для того, чтобы зайти дальше... Или подожди, или может зайдем? Ну, я держу R. R, говорю. Блин, автомат бы еще перезагрузить бы было бы тоже неплохо. Перезарядить, точнее. Ёб твою мать. Что пугаете-то меня? Лифт, да? А, это лифт, да. А вот сохранение пошло, да? А, это не лифт, это туалет, ёптель. Ребят, на этом закончу первую серию по данной игре. И если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Шумыга. Всем счастливо, всем пока.